Всем привет! Сегодня поговорим об вот этих очаровательных птенцах. Как вы уже догадались, это птенец чайки. Посмотрите на расцветку птенца. Где-нибудь в камнях его бы было невозможно разглядеть. Мне посчастливилось найти птенца на крыше, и он был не один. Слышите, как кричат чайки родители? Они кружили вокруг, бывало и пикировали, пытаясь забрызгать пометом. На крыше я насчитал 5 птенцов. Посмотрите, какие малыши. Вообще чайки родители.